Всем привет! Вы на канале Акваёж. И вот прошло уже 3 недели с момента запуска этого аквариума. Как видите, растения очень хорошо себя чувствуют. Мох начал расти, анубис растет, папоротник, яркие листья. Сзади длинностебелька, я ее уже подстриг, но тоже начала тянуться. И сегодня мы будем запускать рыбок. Так, кто тут у нас есть? Выходи по очереди. Давайте, давайте в новый дом. Опа. Давайте, выплываем. Да. Вы не думайте, я не сразу таких вот выпускаю. До этого я набрал в пакет воду из аквариума. И они сидели минут 20, адаптируясь. Поэтому сейчас я их выпускаю. Вот скалярки у нас пошли. Давай, 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 давай. Вот молодцы. Пандочки, лимонная тетра. Несколько манушек из старого аквариума. Давай, давай. Вот стуриосома. Малявка. Так, ух, кто-то остался еще в пакетике. Так. Попрятались они. Вон скалярки там позалазили. И тетра. Ничего, адаптируется. Значит, смотрите. По параметрам воды. PH я здесь держу 7. KH 4. Это очень важно. Поэтому осмоса я здесь использую достаточно много. Потому что вода у нас в городе жесткая. Мешаю я его в пропорциях таких 70% осмос. Вот туманообразователь. Опять космосу. 70% осмос и 30% водопроводная вода. Вы можете мешать в другом соотношении. Замерите воду с-под крана, сколько у вас там жесткость идет, КАЖ. И потом вычисляйте, сколько вам нужно осмоса добавлять, чтобы держать параметры KH на уровне 4, можно до 6, но лучше 4. Вот такой на поверхности у нас стоит еще туманообразователь. Помогает увлажнять растения, которые на поверхности аквариума. И создает классный вид. Удобрения я использую от компании Acquire. Пока еще вношу калий. Вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И также микро. Также вносим каждый день альгицид плюс CO2. Потом также добавим сюда Smart Macro, это новая новинка от Acquire, где вы сами можете регулировать соотношение фосфатов и нитратов в удобрениях. Это очень удобно, потому что каждое растение требует больше нитратов, чем фосфатов. Вот. И вот это соотношение лучше выстраивать методом проб и ошибок. И в комплексных удобрениях, где макро идет в комплексе с фосфатом и нитратом, это сделать очень трудно. Потому что бывают перекосы, очень много фосфатов не съедаются, а нитратов, например, мало. И поэтому Smart Macro, оно помогает лучше кормить растения, чтобы они были здоровые и красивые. Ну, на этом все новости сегодняшние у нас. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем держать вас в курсе наших новых работ. Всем пока!